проводим эту городскую спортивно-туристическую игру второй год. Дети смогут показать свои спортивные туристические навыки, какие они сильные, смелые, ловкие, научатся укладывать рюкзак, преодолевать препятствия, собирать крепость, кататься на самокатах, разбирать рюкзак, палатку и так далее. Очень интересно всегда проходит игра. Это дети подготовительных групп, дети 6-7 лет, команда 5 человек и 2 взрослых сопровождают команду. Сегодня у нас 70 детей участвуют и 35 взрослых. У меня была старинная крепость, и крепость разрушилась. Ваша задача – восстановить крепость, помочь мне, да, построить по плану схеме. Катюша! Катюша! Готовы? Все? Начали! Да. Быстрее, быстрее, быстрее! Начинаем! Вот круг! Для детей как бы новые вот эти соревнования, и вообще как бы с удовольствием идут наши дети. Они девиз готовили, вот это все вместе командные соревнования, чтобы все получалось вместе. Здесь есть различные спортивные станции, которые могут детям помочь в дальнейшем в туризме. Прыжки, бег, езда на скейте, разные пролезания, ползания, лазания, прыгания. Все должны справиться, но, по крайней мере, большая половина и сильнейший, конечно же, будет выведен обязательно.